И еще раз музыкальный конкурс, еще раз про любовь. Команда КВН «Белорусский госуниверситет». Там что ли не видно, что я на сцену вышел, а? Алло! Можно потише стучать? Кстати, до сих пор не видел надпись «8 марта, еще раз про любовь». 8 марта вижу. Где еще раз про любовь? Так, ну что, до концерта у нас еще 6 часов. Так, все готовы? Леша? Да, да. Так, хорошо, операторы готовы? Ну, давайте, наверное, будем уже начинать. Давайте первый номер пошел. Давайте петь, давайте жить, давайте жизнь свою любить. И каждый день встречать рассвет, как будто вам 17 лет. Поменьше. Так, спасибо, спасибо, спасибо. Значит, это у нас демо. Демо, правильно. Ребята, я слушал ваш альбом. Правильно, демо. Кстати, где эта ваша солистка? Она вечером будет, она сейчас спит. Так, ну смотрите, чтобы к вечеру было полное демо. Так, и еще у меня один к вам вопрос. Что это у вас за движение вот это вот? А, это мы-то гитары обозначаем. Мне кажется, это вы так свое отношение к зрителям обозначаете. Значит, как только отпели, уходим в правую кулису, не перепутайте, да? Правую. Давайте, в правую кулису. Начало в 6. Чуть что мы тогда в правую кулисе? Да, ну мы пошли. Леша. Да, да. Значит, мы договорились, как только демо отпевает, уходит в кулису, мы поднимаем занавес, даем начальные фанфары. Да, услышал. Так, хорошо, и пошел конферансье. Быстрее. Ну? Ну? Что? Что? Текст давай! Какой текст? 10 часов утра, кто мне его написал? О, Господи, ну обозначь! Ну. Дорогие женщины! И сегодня для вас выступает... Тодес. Шоу-балет «Тодес». Так, хорошо, Тодес вижу. Ребята, а где ваша подтанцовка? О, Господи. Спасибо, Леша. Да. Значит, после фонограммы демо запускаем голограмму Тодеса. Да, понял. Отлично. И внимание всем исполнителям, внимание всем. Будьте осторожны. Во время концерта третий микрофон будет работать. Я пришел. Ну, вижу, что пришел. Вы кто? Я человек-оркестр. И что? Как что? 11 лет Гнесинки по классу бубен. Ну, правда, на экзамене сыграл на 3. Ударил не вовремя. Но вы не думайте, я бубнист в третьем поколении. Еще мой дед, когда в руки бубен брал, вся деревня собиралась и в лес. Но дед все тропинки в лесу знал, поэтому музыка все-таки находила своего благодарного слушателя. Так что играю и пою все! Так, это все, конечно, очень интересно. Я вижу, вы у нас народник, да? Да. Ну, давайте тогда пойте «Ой, то не вечер, то не вечер». «Ой, то не вечер, то не вечер». «Ой, ой, а...» Только пойте «Ля мажор». А что, «Ой, то не вечер» не петь уже? Послушайте, вы вообще знаете ноты? Что-то я не знаю такой песни «Ноты». Я вас спрашиваю, вообще знаете, сколько нот? Чудак, человек, сколько нот? Да их тысячи!
У меня сарай только 1,5 миллиона в сборниках валяется. Слушайте, давайте я уже петь начну. Десантная праздничная. Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по погонам. Да, я ее, кстати, на день десантника в парке пел. Правда, у меня бубна тогда не было, мне бутылки передавали. Ну ладно, не нравится, давайте другую популярную. Unbreak my heart пойдет? Как? Ну не рви мне сердце и нервы. Мне уже все равно. Поехали. Стоп! А где у вас тут подключиться можно? Не надо! Акустический концерт. Люблю! Unbreak my heart, сейчас. Колосочек. Полюшка поле. Куполинка. I don't like the drugs, but the drugs like me. I slam shady, please stand up. Please stand up. Гимн Монголии. Новый гимн Монголии. А! Unbreak my heart, house version. Вступление. Блин, длинное вступление в этой песне. Unbreak my heart, say me love me again. Oh. Я тут, конечно, сложал в конце. Ну, у меня просто ноты кофем залиты. Я сам подбирал, поэтому не похоже немного. Очень хорошо. Леша, да. Ты его запомнил? Да. Чтоб я не видел его здесь больше никогда! Придурков каких-то недоразвитых пускают. Так, и значится... А где Краснов? Борис? Значит, давай так с тобой договоримся. Вот эту всю ботву мы убираем. И ты делаешь, ну, что-нибудь в своем стиле, да? У тебя лобзик с собой. А мама, можно начинать? Да начинайте. О, здравствуй, моя любименькая! А чики-пуки! Ну что, нормально, нормально. Но во время концерта вечером у вас же будет фонограмма? Конечно, это же... В смысле? Ну вот, хоть у кого-то все готово. Спасибо. Так, все, давайте финал. Так, вы кто? Мы КВНчики. Какие еще КВНчики? Только вас мне не хватало. Я же говорил, что нас не хватало. Так, ладно, давайте обозначьте какие-нибудь поздравления и все, финал. Дорогие женщины, мы могли бы обозначить любые слова, но в жизни важно не обозначать, а действительно значить. И поэтому поздравляем вас с Международным женским днем и желаем вам всего наилучшего. Леша, ну что, нормально записалось? Да, нормально. Финал! Солнце скрылось за холмы, зато остались мы.
семейных палатках. Песни простые писать очень просто, а в Беларуси всегда все в порядке.